Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как выращивают кишмиш в Турции. Плантации винограда, выращиваемого для производства кишмиша, в районе города Саликьол в Турции. Это не только источник гордости для местных жителей, но и символ богатства и культурного наследия этого уникального региона. История выращивания винограда в этом регионе уходит корнями в глубокую древность. Уже в античные времена эти земли были известны своим благоприятным климатом и плодородными почвами, что делало их идеальным местом для выращивания винограда. В те времена виноградные лозы использовались не только для производства вина, но и для создания сушеных изюминок, которые были популярным деликатесом. Однако настоящий расцвет выращивания винограда в районе Саликьол пришел в 19 веке, когда турецкие виноградники стали одними из крупнейших в регионе. В этот период здесь были построены множество винодельческих предприятий и заводов, где производилось высококачественное вино и кишмиш. Это время считается золотым веком виноделия в Турции, когда местные сорты винограда приобрели популярность и признание на международном уровне. Сегодня плантации винограда в окрестностях Саликьол продолжают играть важную роль в экономике и жизни местных жителей. Здесь выращиваются различные сорты винограда, в том числе и те, которые используются для производства кишмиша. Процесс сбора урожая и производства кишмиша остается важной частью культурного наследия этого региона и привлекает внимание туристов со всего мира. Здесь вы увидите красивые виноградники, залитые солнечным светом, и услышите истории о том, как выращивание винограда стало неотъемлемой частью жизни этого региона. Эти места оставляют неизгладимый след в сердцах всех, кто когда-либо побывал здесь.